Всем привет, ребята, и у меня сегодня был первый день моего семинара. Мы позавтракали и поехали на занятия. Потом мы пошли за лимонадом, и там были очень красивые сережки ручной работы. Лимонад был очень крутой. Братанчик, иди сюда. Смотрите, какой у меня красивый чувачок. Меня зовут Степа, Мы сейчас пришли в кафе. Я живу на... Это судьба. Я говорю, что хочу поесть пельмени. Мы идем, и тут рядом, бац, и тут рядом пельмены. Спасибо. Определенно. Потом мы поели и поехали опять на занятия. После занятий мы поехали домой, то есть в номер. Собрались и поехали гулять. Мы немного погуляли. Мы зашли поесть и потом поехали домой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.